Галоўныя падзеі рэгіёна адыходзячага тыдня ў матэрыялах карэспандэнтаў тэлерадыёкампаніі Гомель. У студыі Наталлі Ігнаценка. Добры вечар. Аддзяленне сасудзістай хірургіі перадынсультных станаў адкрылі ў Гомельскім абласным клінічным шпіталі інвалідаў айчыннай вайны. 11-е па ліку, яно разлічана на адначасовае лячэнне 30 пацыентаў. Актуальнасць стварэння такога аддзялення абумоўлена вялікім працэнтам смяротнасці альбо інвалідызацыі людзей, якія перанеслі інсульт. Усім вядомы выраз лягчэй папярэдзіць, чым лячыць, абсалютна дакладны для інсульту. Менавіта папярэджваннем гэтага цяжкага паражэння мозгу будуць займацца ў новым аддзяленні. Яно, дарэчы, цалкам унікальнае для Беларусі. Упершыню ў адной бальніцы будзе аказвацца адразу тры віды дапамогі: хірургія, тэрапія і рэабілітацыя. Па словах кардыёлагаў, хваробы можна пазбегчы, калі зрабіць аперацыю на сасудах. Палепшыцца крывазварот і рызыка інсульту стане мінімальнай. Праблема інсульта сёння очень актуально. В Гомельской области на сегодняшний день ежегодно более 5000 пациентов переносят инсульт. Из них более 1000 становятся инвалидами. Смертность составляет 30%. И открытие этого отделения позволит значительно уменьшить количество инсультов в нашем регионе. Пациенту, который находится в перединсультном стане, сделают ультрагуковую диагностику сосудов шии, а при необходимости – компьютерную томографию. При наявности показаний проведут операцию на пошкодженных сосудах. Дальше реанимационное обсталевание эксперт класса, совмещая наркозно-дыхальные аппараты и прибор для штучной вентиляции легких. Его кошт – каля миллиарда рублей. Але не дороже за человеческое житё, кажут медики. На протягу всей операции яну будет контролировать параметры жизнедеятельности пациента. Раньше мы не могли, как хирурги, участвовать в оказании помощи данной группе пациентов, потому что у нас очень мало времени, чтобы поставить диагноз, да, обследовать пациента и принять решение об операции или растворении тромба. Есть такое понятие тромболизис. Вот. Но в последнее время техника и наши возможности шагнули вперед, и появилась возможность все-таки даже в экстренном порядке оказывать этим пациентам помощь. Инсульт займает третье место сярод причин смяротности. Первое – по инвалидизации. Кардиологи нагадывают про основные симптомы перединсультного стану. Порушение мауления, резкая слабость, альбо онемение у руце, альбо нозе, раптовное снижение зроку. Отбывается это, когда мозг не отрымливает достатковую колькость кислороду. Причина – поражение сосудов.